Ой, куда я зашел? Добрый всем вечерочек. Посещаю. I'm gonna have a comedian on the show, and he's gonna be named Rodney Da Vinci Field. Слышали? Вот так. That was Uncle Gene. Professor Uncle Gene. Приятель мой, антиквар. Вот строит люстры. Старая мебель. Старинная мебель. Ох, тут всего-всего-всего-всего-всего. Ёлки-палки. Ой, он даже сам не знает, что у него есть и сколько у него всего это всего. Я знаю, но я вам пока не скажу. Но это пока. Это пока. Каждые 6 недель дядя Джин проводил аукционы. Теперь сказал, что ему надоело. Но все готово для аукциона. Почти все готово. Один прекрасный день он скажет, что он хочет это делать опять. И здесь будет весело. Ох, тут происходили баталии. Ох, тут сам здесь покупал неоднократно. Так как к прекрасному старому неравнодушен. Я оставлю контакты для жителей Нью-Джерси и близлежащих штатов. Если кому интересно посетить, то пожалуйста. Здесь 60 тысяч квадратных футов помещения бывшей фабрики, в которой размещены старые вещи. Старые, но дорогие. Дядя Джин. Не знаю, я говорил или не говорил, что по специальности я мастер по тяжелому архитектурному стеклу и декоративному зеркалу. Это помимо того, что я 40 лет держу голубей. А у дяди Джина тут реставрационная мастерская. Ну и вот я режу для него эксклюзивное стекло. У него свой коллектив, который реставраторов, коллектив, который все это приводит в порядок, строит эти люстры, эту мебель. Но когда дело доходит до серьезного стекла, звонят доктору. Доктор — это я, а глаз — доктор. Ну вот, если вам интересно, можете его посетить. Вот и все координаты. Вы на канале. Крылья Нью-Джерси. Всем привет, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик.